Всех, кто любит читать, ждали в эти дни в самом центре столицы, на Красной площади. 500 000 самых разных изданий всех жанров, от классики и научных трудов до фотоальбомов и исторической литературы. Книжный фестиваль «Красная площадь» проводят в столице уже 5-й год подряд. В этот раз грандиозный литературный праздник впервые продлился рекордные 6 дней. От собора Василия Блаженного до исторического музея один гигантский читальный зал под открытым небом. Презентация новинок, встречи с любимыми авторами, особое внимание традиционно павильону с исторической литературой. Книги, посвященные и гражданской войне, и Великой Отечественной войне, и разного рода интересным другим сюжетом российской истории. История герба России, популярное издание, посвященное династии Рюриковичей, династии Романовых. Другие книги, более 60 книг в общей сложности представлены здесь, на площадке «История Отечества». Идея проведения масштабного книжного фестиваля принадлежит Сергею Нарышкину. В 2015-м именно председатель Российского исторического общества в целях популяризации и развития чтения выступил с инициативой создания книжной ярмарки у стен Кремля. Предложение было поддержано президентом страны. 5-й раз это уже очень основательно. Это можно твердо верить в том, что он теперь будет всегда, каждый год. И мы в это действительно очень сильно верим. В этом году более 300 издательств из 52 регионов России представили свои новинки. В программе фестиваля большое количество лекций, встреч с писателями, кинопоказов. И хотел бы отметить тот факт, что почти треть всех мероприятий фестиваля ориентирована на самое молодое наше поколение – на школьников, на молодежь. В ходе книжного фестиваля Сергей Нарышкин осмотрел стенды, ознакомился с последними книжными новинками, представленными на ярмарке, после чего направился в павильон детской и учебной литературы. Мы когда запускали этот проект, и, соответственно, вот эти ребята нам, юные, присылали свои такие ролики, да, то просмотров очень большое количество. Соответственно, я думаю, что будет это популярная история, поэтому мне кажется, что мы на правильном пути. В тот же день в ГУМе состоялся оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. В начале заседания Сергей Нарышкин наградил юных победителей конкурса «История России в стихах», объявленного несколько месяцев назад Российским историческим обществом и Фондом «История Отечества». По условиям конкурса нужно было выбрать любимое стихотворение России, прочитать его наизусть, записать ролик и разместить на YouTube. Дальше выступление оценивали простые пользователи сети и профессиональное жюри. Развитие детского и юношеского чтения вообще стало одной из центральных тем заседания. Заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев, в частности, говорил о многомиллионной грантовой поддержке книгоиздания, развитии конкурсов для талантливых молодых авторов, например, о первых итогах конкурса «Класс» и создании школ молодых писателей по всей России. В 2022 году Российская Федерация будет почетным гостем международной книжной ярмарки в Болонье. У нас есть полное ощущение того, что детская книга, детские иллюстрации и наши авторы, пишущие для детей и юношества, имеют такой серьезный экспортный потенциал. Особое внимание на книжном фестивале в этом году уделили юбилеям писателей Ивана Крылова, Александра Пушкина, Николая Гоголя и Даниила Гранина. Кстати, на Красной площади благополучно прижилась идея «Марафон добра Даниила Гранина», приуроченный к столетию со дня рождения автора. На фестивале организовали несколько пунктов сбора его книг. После все они отправятся в сельские библиотеки. Мы, в принципе, подошли уже близко к выбору памятника Даниилу Александровичу Гранину. Проведен был конкурс совсем недавно в Санкт-Петербурге, и в начале сентября, в преддверии 8 сентября, это не только выборы, но это еще и начало блокады Ленинграда, как вы помните, будет открытие памятника Даниилу Александровичу Гранину в сквере, названном его именем. Вот, планируется посещение этого события. Я всех приглашаю, во-первых, планируется посещение Владимира Владимировича Путина.
В следующем году масштабный книжный фестиваль может развернуться и на Дворцовой площади. С соответствующим предложением уже обратились к временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову. А на Красной площади в последний день фестиваля книги, списанные из библиотечных фондов, раздавали совершенно бесплатно. Как говорят организаторы, даже самый взыскательный и искушенный читатель наверняка нашел здесь свою книгу. Служба информации Российского исторического общества.